сегодня я встречаю, а завтра улетаю. Ребята, привет. Я не узнал свою дочь, она прошла мимо меня. Я что-то ее не пропустил. А всего лишь год прошел, да? Да. Я рад тебе. Хочу борща. Все. Какой ты кив, у меня так ноги опухли. Вот, пожалуйста, загнивающий запад. Смотрите, приезжают люди в таких обуви. Наконец-то не жара. Водички дать? Сейчас. Давай там до самого дома. Знаешь, как это эпатажно? Офигенно. Семнадцать, ну да. 17 часов в самолет. Слушай, у тебя шляпа так офигенно идет. Ну лучше. Ребят, мы самые крутые, потому что смотрите, какая у нас обувь. Сейчас мода такая. Да, сейчас давай. Трясло так, что вообще так хотел спать. Ну, короче, было прям все плохо. Но как только начали приземляться, сразу все стало хорошо. Че ты? Нет, нет, iPhone 5. iPhone? 5 твой. Да 5, 5S или как он?